Coca-Cola и Pepsi, Mercedes и BMW, Ariel и Tide. Всем знакомы эти вечные конкуренты, которые не уступают друг другу в остроумии и язвительности рекламных заявлений. Одна из самых известных битв среди мировых брендов – противостояние Бургер Кинга и Макдональдса. Правда, ведется борьба в большинстве своем в одни ворота. Как шутит в интернете, Бургер Кинг объявил войну Макдональдс, а тот на нее не явился. Миллионы шутливых выпадов и коварная реклама потоком льются на всемирную известную сеть быстрого питания. А та лишь отвечает в крайних случаях, когда молчать уже просто невозможно. С 2006 года продолжается противостояние автомобильных брендов Audi и BMW. Началось все с издевательского поздравления Audi с победой в номинации «Машина года» в Южной Африке. Казалось бы, поздравление, но весь смысл был в подписи «От машины мира». Затем в перепалку внезапно вступил бренд Subaru и поздравил Audi и BMW с победой в конкурсах красоты. И скромно подписал «От лучшего двигателя в мире». После была еще целая серия эпичных перепалок на билбордах. И лучшая битва еще впереди. Еще одни вечные враги – Coca-Cola и Pepsi. Все началось с выпада Pepsi. В 90-х годах они создали рекламный ролик, в котором мальчик покупает баночки Coca-Cola для того, чтобы сделать из них подставку для ног и дотянуться до кнопки покупки Pepsi. Покупатели с большим удовольствием следят за противостоянием, а маркетологи не перестают радовать новыми шутками в адрес конкурента.